белорусов. Главное, чтобы немцы не вспомнили про Данцик в этой ситуации. Я думаю, что вряд ли. Поляки же понимают, в какой исторической ситуации они играют. И поэтому они, в общем, они, конечно, так сказать, не мы, но они тоже, в общем, такие, так сказать, специфические славяне. Да, поэтому они вспоминают ровно о том, о чем им удобно вспоминать, о том, о чем неудобно, не вспоминают. В принципе, это обычное человеческое качество. И потом они видят, что Германия, будучи значит, поверженной тогда в 45-м, она вот этот комплекс, так сказать, вины по отношению к другим сделала фактически частью государственной идеологии, да, она всем должна, по большому счету. Ведь поляки...